Да-да-да, что ж такое-то, вот а? Артур Михайлович, да? Вот что вы творите, объясните. Так вы не пустили на лыжню гостей самого Брандыхлыста Сергеевича. А это, между прочим, был брат посла из Гондураса с женой. Вот это да, так это мы так посла так послали. А я тогда еще как почувствовал. Я говорю, Серега, вот это говорю, да, не надо их выпинывать таким вот выпинанием, понимаешь, вот это. А Сереге ему говори, не говори, он же по-гондурасски не в зуб ногой. Кстати, у брата посла и зуб болит, и нога, а вы их не пустили на лыжню. Резервуар Николаевич, так вот это вот, да кто знал, что они хотят вот это элементарно пролыжниться? В общем, Брандыхлыст Сергеевич сейчас рвет и мечет от того, что его гостям из Гондураса сделали физическое замечание прямо на входе в его личный парк. Да. Вы понимаете, что это такое? Да. Это попахивает вашим увольнением. Так вот это, да я-то не при делах. Обнаглели совсем. Я-то что, это все, это я... Вот наглешь просто, какой. Я же... Алло, Серега. Ну, поздравляю, ты сегодня так нагондурасил, что тебя увольняют, да. А я что? Я, между прочим, Брандыхлыст Сергеевича тесть как-никак, да. А ты смазывай лыжи. Мази, говорю, закупи. Какой-какой. И то и для лыж. Лыжи-пуп.